1 июля в среду по прогнозам синоптиков в Республике Алтай ожидается следующая погода. Кушагач, переменная облачность, дождь, температура воздуха ночью плюс 11, днем плюс 20 градусов. Тангутай, переменная облачность, дождь, плюс 14, плюс 23. Турачак, малооблачно, утром дождь, плюс 14, плюс 24. Лаган, переменная облачность, дождь, гроза, плюс 12, плюс 21. Усть-Кан, пасмурно, дождь, плюс 14, плюс 20. Усть-Кокса, переменная облачность, дождь, плюс 11, плюс 21. Чимал, малооблачно, без осадков, плюс 14, плюс 24. Чоя, малооблачно, утром небольшой дождь, плюс 15, плюс 24. Шабалино, переменная облачность, без осадков, плюс 12, плюс 23. Горно-Алтайский Майма, переменная облачность, утром небольшой дождь. Ветер переменный 1-2 метра в секунду, порывы до 9 метров в секунду. Атмосферное давление утром 732, вечером 730 миллиметров ртутного столба. В течение дня слабое падение атмосферного давления. Температура воздуха ночью плюс 15, днем плюс 24 градуса.